Для того, чтобы перекрыть кран вручную, как написано в инструкции, функция ручного управления. Привод крана серии «Нептун» имеет функцию ручного управления. Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующее действие. Нажмите и удерживайте металлическую кнопку, расположенную на нижней части электропривода. Вот она. Проверните ручку управления влево или вправо, для того, чтобы закрыть или открыть кран. Отпустите кнопку. Нажимаем. Вот нажал. Держу ее. А ручка не проворачивается. Никак.